Всем привет! Друзья, сегодня у вас уникальная возможность увидеть все мои работы за последнее время в одном видео. Это удобно тем, что прямо на экране будут появляться подсказки со ссылками на мастер-классы в правом верхнем углу. Также ссылочки на мастер-классы оставлю в описании. Найти будет легко, так как все работы будут под номерами. Если на понравившиеся вам бантики нет ссылки, значит видео еще не вышло. И чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Также приглашаю вас написать в комментариях бантики, под каким номером вам понравились больше всего. Устроим, так сказать, конкурс на лучший бантик месяца и посмотрим, какие бантики победят. О результатах я сообщу в Instagram. Ссылку на свой Instagram оставлю в описании к этому видео. Посмотрите, как красиво смотрятся ювелирные серединки в бантиках из органзы. Покупала я эти пришивные серединки в интернет-магазине Cabates. Размером они 15 мм, идеально подходят для украшения различных цветочков. На одних серединках остановиться я не смогла и прикупила еще один набор разноцветных пришивных страз размером 19 мм на 15 мм. Посмотрите, какие они красивые, разве можно их не купить? И еще одни стразы в металлической оправе цвета светлого золота пополнили мои запасы ювелирных серединок. 10 нитей стеклянных бусин купила в этом магазине просто по смешной цене за $1.68. Ну а бабочки я заказываю всегда, так как они легкие и на цену доставки не влияют. Ссылки на все материалы оставлю в описании. А сейчас продолжим обзор. Напоминаю, что идет голосование на лучший бантик этого месяца. И каждый голос важен. Напишите в комментариях номер бантика, и, возможно, именно он победит. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео!